Давайте. Погасло. Традиционно звездное ралли из Киева стартует в дождь. И нам это нравится. Вперед к победе. Компактно! Хотя бы отошел бы, хотя бы перенес бы его, потому что это капец только что будет. Сегодня 11 июля 2017 года проходит международное ралли многодневное Зверково ралли 2018 на исторических автомобилях, попадающих под эту классификацию. И мы на нашей Татре попадаем в класс F. Мчимся к финишу. Финальная часть нашего скоростного участка. Подъем в гору. Посмотрим, как Татра. Место хорошее. Знаковое место. Да. Участники Зверково ралли 2018. По машинам. Все, мы поехали дальше. Следите за результатами. Болейте за нас.